подошли к великой цели, но, видно, не успели, поэтому не ели очень давно. Эх, розовый край, рисовый рай. Рисовые грядки, а вдруг найдется добрый трудок, кто от дождя и ветра на глубине 2 метра 100 лет назад заныкал мясок. Наверно, только мухи не пухнут с голодухи, но нам до них еще далеко. Зато хранить мы будем свято завет большого брата, вот только